Нерегулируемым пешеходным переходом, соединяющим улицы Лемешко и микрорайон Зеленые аллеи, ежедневно пользуются более сотни видновчан. Среди них учащиеся видновской школы номер 2. Именно на этом участке инспекторы ГИБДД провели очередную профилактическую акцию. Мы решили, и так как это все-таки новый микрорайон у нас, немножечко здесь приучить наших пешеходов к порядку и безопасному поведению. Ну, не только пешеходов, а и водителей. Еще раз им напомнить, что здесь находится учебное заведение, что здесь большое количество детей появляется на проезжей части и рядом с проезжей частью, чтобы они были внимательными. Помогали сотрудникам ГИБДД юные инспекторы дорожного движения второй школы. Они раздавали листовки и световозвращающие элементы пешеходам, а также напоминали правила безопасного поведения при пересечении проезжей части. Ходите всегда на зеленый свет и смотрите по сторонам, потому что через дорогу ходить очень опасно. Мы проходим, смотрим сперва на левую часть, идем до середины дороги, затем смотрим на правую часть и проходим на зеленый свет светофора. Сверстники должны в первую очередь знать правила, ну, переходить там дорогу, еще какие-то места. Ну, основные правила должны знать. Дарья Левыкина живет в деревне Тарычево. Ее маршрут от дома к школе проходит через несколько довольно опасных участков. Поэтому, преодолевая их, девочка старается быть особенно внимательной. Я добираюсь до школы через две дороги, где ездят машины. Добираюсь я иногда очень трудно, потому что очень много машин. Такие профилактические рейды госавтоинспекторы проводят регулярно, особенно около образовательных учреждений. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.